Всем привет! На обзоре у нас сегодня один из моих любимых мусатиков Victorinox. Модельку я вам точно не скажу, но в принципе я сейчас вот допишу ее титрами, и, наверное, в названии она есть. Ну, как мы знаем, что Vix это не только кухонники, но это и отличные швейцарские ножи. Но сегодня про мусат. Мусат мой любимый, я скажу вам еще раз. Значит, длина его 20, ну, где-то 19,5 рабочая, потому что на конце такая вот пипочка есть. Вот, у мусата плоская ручка. То есть, в какой-то степени это удобно-неудобно. Мне это очень нравится, вот в этой вот скрутке тоже от Vix. Его удобно держать, то есть, если ручка круглая и более толстая, то, конечно же, в руке вроде бы как она лучше лежит. Вот, но при этом одновременно же... В скрутке она занимает больше места. По-моему, это хорошо. Из минусов на рукоятке, если вы его будете покупать на кухню, нету отверстия для подвешивания. Вот, ну, вы понимаете, что это секундное дело. Решить эту проблему в пластиковой рукоятке. Очень-очень ухватистая рукоятка. Вот, хорошо лежит в руке. Есть, естественно, гарда, чтобы мы, когда будем править... Ножи не попали себе на пальцы. Я уже в каких-то видео говорил, и даже снял целый ролик, не знаю, вышел он, не вышел, по поводу чем точить, как точить, что точить и так далее и тому подобное. По-моему, вы знаете, очень многие, я посмотрел, конечно, YouTube, не то, что посмотрел, я его смотрю, и очень часто я попадаю на видосы, где разные... Авторы по-разному высказывают какое-то свое мнение. Кто-то говорит, что точить правильно только вот так вот. То есть сверху проводим, снизу проводим, сверху проводим, снизу проводим, сверху проводим, снизу проводим. Все классно. Я, допустим, правлю вот так вот. Раз, на себя. На себя, точнее, от себя на себя. Естественно, всегда мы правим на режущую кромку. На мусате я имею в виду. Но неважно, снизу или сверху мы проводим. Потому что, конечно же, можно сказать, что мусат будет вырабатываться. Нет, он не будет, потому что он круглый, и мы каждый раз его будем брать другой стороной. Не надо особо спешить. Там с такой скоростью, как нам в кино показывают, что суперповара точат буквально, делают по тысячи проводов в секунду. Нет, ни в коем случае это не надо. Я вот моя скорость. И последнее, конечно же, чтобы снять заусенец, очень легенький, то есть под весом руки. Вот, проводим. Вот, при вас я шкрябал этот ножик. И вот волоса. Вот. То есть на мусате элементарно добиться до того, чтобы нож брил. На этом мусате сделать это очень просто. Ну, у Vix вообще есть два мусата. Вот у меня один, надо еще заказать себе другой, второй. То есть один более нежный, другой более грубый. По поводу керамических мусатов, ребят, я не проникся. Я стараюсь себя как-то в этом убедить. В каких-то моментах, может быть, вот сейчас вот у меня мнение, потому что я в последнее время как-то уперся в заточку и в проблему разобраться с мусатом. У меня вот есть мусат керамический с керамикой. Разобраться. И я не знаю, у меня вот такое ощущение, что керамика очень хорошо по твердым сталям идет. Вот, потому что металлический мусат, это металлический мусат, он идет не настолько хорошо по твердым сталям. Вот. В любом случае, по 99% ножей, которые у меня есть, и по всем ножам Victorinox, это просто мега, это супер мусат. И как вы видели, вот я еще взял вот этот вот старый советский кухонник убитый, я его пошкрябал об мусат. Вот, он начал брить, это отличный нож еще будет, и какая разница, как он выглядит, старый или новый. Главное, что он делает свою функцию. А какая у нас функция ножа? Она единственная, резать и хорошо резать. Вот. Мусат реально супер. И, в принципе, где-то вот с собой его брать. Даже, знаете, вот вы можете его взять, куда-то вот шашлычить, как какой-то походный мусат. Он не настолько дорого стоит, чтобы экономить. И потому что вы же его покупаете не на один год. Это не керамика, он не срабатывает. Ну, как он срабатывается, да. Но он срабатывается будет десятилетиями. И то есть вы можете купить этот мусат, и большинству людей его вообще хватит одного на всю жизнь, и можно не задумываться ни о чем. Именно модельку, какая вот эта у меня, я допишу субтитры. Титрами, наверное, уже дописал, в названии видео это написано. Вот.
Ну, в принципе, ребят, я очень доволен. Ничего не могу сказать про него плохого, кроме того, что вот если бы... Знаете, как вот я скажу, не то, что плохого, это вот недочет, почему нет отверстия в рукоятке. Но, с другой стороны, если было отверстие в рукоятке, он бы у меня повис на кухне. Но на кухне у меня есть другой моровский мусат. Тоже я им очень доволен, очень классный, но более здоровый. Этот же лег в мою скрутку. Вот, кстати, напишите, интересно ли вам про мою скрутку, потому что, ну, я там уже вроде бы как сформировал какое-то количество ножей. Конечно, скрутку хотелось бы побольше, вот, потому что некоторых ножей хватает, не хватает, но, с другой стороны, вот уже, наверное, как месяцев, наверное, 8, а то и 10 я занимаюсь этой скруткой, и какие-то ножи я туда добавляю, какие-то убираю, какие-то стабильно есть, какие-то нужны, какие-то нет, которые какие-то часто, какие-то редко используются. Ну вот, собственно говоря. Подписываемся на канал, ставим лайкосики, делим этим видео. Все, всем покедово и до встречи на канале.